Е-е. In the battle. Мы не виноваты, это правда. Реальная новость под Новый год из Владика. Во Владивостоке елку поставили круче, чем в Кремле. Реально стоит больше 10 миллионов рублей. 28 метров вверх, тупая затея. Самый дорогой теперь в России парус из дерева. При этом не убирают дороги от снега, ждут лета. Убрали в трех местах, когда Путин приехал. Это не жалобы, заткнуть ебло не помешало бы тебе. Если не шаришь, иди нахуй, пожалуй. А теперь кора, я чуть не упал со стула. Главную елку страны ветром сдуло. Она упала в центре, и это правда. Козлы в панике, пацаны не виноваты. Покажут ли это по телеку, или твои нервы поберегут. Новогодняя истерика, добро пожаловать домой, друг. Покажут ли это по телеку, или твои нервы поберегут. Новогодняя истерика. Добро пожаловать домой, друг, мой друг. Значит так, насчет One, скажите, что включили фонограмму. One! Блять, сука, что за минуса, блять? Яу, не надо спорить, я болен этой культурой настолько, что забираю с собой тех, кого цепануло осколком. Это не бомба, это микрофоном по лбу. Помни, кому-то суждено читать, кому-то пол мыть. Да пофиг, мы не просто варимся в хип-хопе. Из года в год мои люди узнают меня по кофте. Хотя амбиций много, как на форуме оленей. Мы их задели, о боже, классик пишется за деньги. Многие считают, что меня слили в прошлом батле. Но я еще вернусь, я этого просто так не оставлю. Как факт принимай, что мы ёбнутые на башку, когда рядом битый майк, мы идем на штурм. Можешь называть это глупостью или хоть как, качай головой в такт, ты знаешь, что за мной, правда. До сих пор, брат, на любой лад. Это в цене, не надо гнать, от этого вакцины нет. Я занимаюсь рэпом 18 лет. От этой музыки вакцинации нет. Минуса, ебаная хуйня. От этой музыки вакцинации нет. И чем же вам не понравилась моя музыка? Максим, давайте. С вами... Я жду аргументированный критик. Нет, я это просто так не оставлю. Ебаная хуйня. О-о-о-о-о-о! Е, Джонни Бой, привет. Я это просто так не оставлю. Вы думаете, все кончено? Я и завернусь! На-на-на-на-на-на-на-на. Иди на... Иди на-на-на-на-на-на-на. Яу, это вульгарный тон. Нас очень не любят козлы за то, что мы топчем МС за наш агрессивный посыл. С батла нас тактично попросили уйти, но я не сдамся без боя, хотя шанс только один. Я часто говорю как есть и редко терплю, поэтому сам надел себе на шею эту петлю. Ведь толпа жадно ждет, когда же на батле нас убьют, чтобы на наших могилах станцевать грязный юг. Итак, СД, я видел твой концерт в Москве. Это пиздец, я понимаю, что ты срал на всех, но надо как да посерьезней. Как-то странно просто, блять. Ведь вы же звезды. Чет на фестивале так и не смог настроить свой голос. По приколу, вот он говно. Чет клоун, опять-таки Вась. Спасибо, что твои друзья не отпиздили нашу толпу за якобы мой косяк. Рэп рэпом, люди людьми. Давиду мир, но злится на кумиров миллионов у меня в крови. Я передаю привет всем, кто меня обещал убить. В интернете мужики в реале пи засали подойти. Ваня Снейк, спасибо за батл. И прости меня, оценки за прошлый полуфинал воистину фигня. Я знаю, что у нас не было шанса ни одного, и вот я сам затянул эту петлю. Убирай пол. Наши слова из петель надо успеть сказать все до конца перед тем, как слететь. На батле нас не любят, хоть и судят тут по-разному, но голосуют против нас только пидорасы. Наши слова из петель надо успеть сказать все до конца перед тем, как слететь. На батле нас не любят, хоть и судят тут по-разному, но голосуют против нас только пидорасы. Короче, отключили свет у нас. Спасибо всем, кто отключает у нас свет. Приходится записывать в 6 часов утра в один тейк. Костя Снег, посмотри, что с тобой стало по весне. Ты раскис совсем и валяешься талый везде. Ты раньше был белый, пушистый, лежал либо там, либо там. А теперь от твоей красоты осталась только хрипота. Передавай привет в Одессу. На паскот мне до сих пор приходят смски ровно раз в год. Какой-то спам по-любому рассылает план. Из группы 5 шлюх, сука, 5 шлют. Костик, ты попал в рэп-треугольник. Нас не любят, часть студии, у тебя фора на этом фоне. И, кстати, свою роль ты можешь как угодно назвать.
Но твой рэп гипотенуза, потому что он не катит. Вникайте, куфас тоже становится в ряд. МС, что голос кривят и предсказуемый календаря. С помощью дикого лая, методом даблтайма, расскажет про палача, в общем не рэп, а ебала тупая. Не беда, если нас сольют из батла, как всегда, но едина. Иди на 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 не беда, если нас сольют из батла, как всегда, но иди на, иди на 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 А я думал, ты сдох уже. Помянуть тебя хотел. Давай вылай. Коктейлиться будем, сети. Один негатив, хотя бутон потопи, хотя мы толпы МС на тряпке готовы пустить. Как мне еще убедить, что быть не модно тупым? Азик, как поступить? Звони 911. Алло, расскажите, как поставить модное флоу, чтоб 100 пудов модного бота хип-хопа тянуло в окно, чтобы добиться высот в грубом голосе и автотюне. Они как все, сегодня хасл, завтра в тюрьмы. В жизни так бывает, чтобы пройти, надо читать как файк. По смыслу хоть как, но главное майк атаковать. Помню, пили мы не лимонад, запотевали бокалы вина. Даже не думай нас переболтать, суки пытались, но как бы не так. Путин видел Дуню, и Жигана видел. И прекрасно то, что он не видел Витю. За мой хип-хоп и шутки могут взять и навалять, но я даже не шут, чтобы гнать на короля. Я солдат, виноватый в потере отряда. Еле как в адеквате, но хватка по факту. Я рвать и метать буду вату. На батлах заляпал весь фартук. Я в гадах, что рядом в сети. Один негатив, хотя тут он потопит, хотя мы толпы МС на тряпке готовы пустить. Как мне еще убедить, что быть не модно тупым? Айди, как поступить? Звони 911. Сети. Один негатив, хотя тут он потопит, хотя мы толпы МС на тряпке готовы пустить. Как мне еще убедить, что быть не модно тупым? Клава, как поступить? Звони 911. В моем телефонном номере есть 9,2 единицы. Угадай остальные три цифры и созвонимся. Для этого батла я специально полгода не брился, чтобы в финальном раунде выставить себя террористом. Не надо службу спасения, драть их в север. Мне надо пару друзей, и то ради веселья. Я потерял кучу времени, когда писал каждую серию, но верю, что в итоге взойдет то, что я посеял. Это бутон здесь, не жди хороших новостей. Всю правду как есть, я готов твою рожу пиздеть. В ответ что-то сказать ты мог бы тоже посметь, но на моем районе ты будешь раздет под нож и костер. Я солдат, виноватый в потере отряда. Еле как в адеквате, но хватка по факту. Я рвать и метать буду вату. На батлах заляпал весь фартук. Я в гадах, что рядом в сети. Один негатив, хотя бутон потопить, хотя мы толпы МС на тряпке готовы пустить. Как мне еще убедить, что быть не модно тупым? Айди, как поступить? Звони 911. Сети. Один негатив, хотя вот он потопить, хотя мы толпы МС на тряпке готовы пустить. Как мне еще убедить, что быть не модно тупым? Клава, как поступить? Звони 911. Честно, я думал, будет битва на респекте, но вместо этого на уважение дали красный цвет мне. Ведь каждый знает, что я не простой игрок и не буду мимо пропускать. Классик факов. МС любят погавкать, хотя их место под лавкой. Хотят поднять бабла вновь, но будут плакать и нюхать плавки. Знай сам, карты в этом батле лягут в мазь нам. Вася, на твоем фоне я будто бы Тайсон. При этом ты далеко не Холлифилд. Тебе надо не в битву лезть, а в сторонке кофе пить. Тут поют лабуду, и это меня бесит люто. Это батл, а не ютуб, где все смотрят на ублюдков. Так что не смей из толпы в нашу сторону пиздеть. Это бутона стало быть, не жди хороших новостей. Ты понапутал и бутарагору, как только могут. Тяну за голову, но до сих пор тут кроме позора. Эти коллеги заделать не могут, слов водопады, но мало по теме. Стоп, в эту правду ни разу не верю, будто бы ты победил в самом деле. Это потихо тебе напиздели. Да, разговор не задался. МС, что хотел побиться, уже пятится назад. Ты хотел выделиться, поздравляю тебя, пацан. Ты оставил свой след, как и другие тормоза. Разговор не задался. МС, что хотел побиться, уже пятится назад. Ты хотел выделиться, поздравляю тебя, пацан. Ты оставил свой след, как и другие тормоза. Не буду опускаться ради шоу, до шуток дешевых про хер моржовый, но Паша, ты первый пошел. Вторая часть это Степ, и чтобы поржать, надо представить себе унылого моржа. В глазах моржар и злоба. Где твой хозяин? Ты потерялся. Дети, смеясь, играли и тупо спрашивали пса.
Ведь даже если бы он смог ответить, он бы отвел глаза. Бежал по городу морж среди пьяных мужчин, ослепший от дальнего света машин, летевший в темную бездну дворов. И он почти не знал странных человеческих слов. Даже не спрашивай, как его сюда занесло. Чтобы его убрать, нам нужны руки и софт, майк и битло. И вряд ли потом он в батле пройдет, ведь против него это вот он. Мазафака валит, как видишь, и в данном батле моржару убили. Досадно, но в этом виноват ты сам. Очевидно, что разговор не задался. Да, разговор не задался. МС, что хотел побиться, уже пятится назад. Ты хотел выделиться, поздравляю тебя, пацан. Ты оставил свой след, как и другие тормоза. Разговор не задался. МС, что хотел побиться, уже пятится назад. Ты хотел выделиться, поздравляю тебя, пацан. Ты оставил свой след, как и другие тормоза. Штрих-код Records. У меня в паре Рэббит, и он считает то, что он крутой дабл-раймер, он крутой рифмач. Послушай Оксимирона, ты пойми, что такое дабл-райм вообще в принципе. То, что ты делаешь, это говно и говно, это двойное дерьмо. И все. Слушайте рифмы, парни. Это старый тейлинг на билеты, не хватает денег. Батл паре деет, вылетает Рэббит, хоть толпа не верит. Не путай зад и перед, до конца сумею доказать тебе, что ты сан и перик. Не напрасно на форуме массы требуют мяса. Мол, победить Рэббит обязан, он рэпер опасный. Это ясно, но я гангстер и предпочитаю пули тут. Перечитаю, перерифмую и приготовлю из Рэббита труп. Но не хватает на билет, хотя и нафиг мне. В Англию отправится посылка от меня тебе. В огромной бандероли я подготовил сюрприз. Она не откроется без пароля, ведь я закрылся изнутри. Прикинь, ради того, чтобы уделать козла, я готов залезть в коробку и неделю не вылезать. В багажном отделении лететь в небесах, не гадить всю дорогу и терпеть до конца. Мне не хватило на билет даже на тариф эконом, но тебя надо убрать, ведь твои рифмы говно. Рви поролон, будет паролем визг твой. Вот ты выпал в окно, кролик, вниз головой. Это старый теллинг на билеты, не хватает денег. Батл паре деет, вылетает Рэббит, хоть толпа не верит. Не путай зад и перед, до конца сумею доказать тебе, что ты сан и перик, будь уверен. Это старый теллинг на билеты, не хватает денег. Батл паре деет, вылетает Рэббит, хоть толпа не верит. Не путай зад и перед, до конца сумею доказать тебе, что ты сан и перик, будь уверен. Судьи в порядке, но чтобы дополнить серию, надо добавить к ним Борьку Моисеева. Снейк СД, пригласите еще Ларису Долину. Она, как и вы, будет бодриться под кролика. Негативу и хайду, как ни крути, это не вкатит. Кролик любит плакать, я не удивлюсь, что носит платье. Ты левый Эмма, который косит под Эминема. Но ты тупой, как полено, и вылетать твое время. Когда ты рифмуешь говно и называешь дабл раймом, каждый из касты и кайф, ведь это ебала тупая. Я не знаю, как на твою тупость закрываю глаза. Я пришел на этот батл, чтоб тебя наказать. Ты рифмуешь, как опасный ассасин. Но закатайся, закрой пасть и пососи. Чтобы лезть на батл, тебе надо набраться сил. Твой эмо-рэп никого не прослезил. Это старый теллинг на билеты, не хватает денег. Батл паре деет, вылетает Рэббит, хоть толпа не верит. Не путай зад и перед, до конца сумею доказать тебе, что ты сан и перик, будь уверен. Это старый теллинг на билеты, не хватает денег. Батл паре деет, вылетает Рэббит, хоть толпа не верит. Не путай зад и перед, до конца сумею доказать тебе, что ты сан и перик, будь уверен. Девчонки, эта песня посвящается мне. Как классик, ты мечтанул взять батл и деньги. Но чтобы дойти до финала, тебе не хватит батарейки. Надо делать по теме рифмы и красиво класть их. Понял, классик? Короче, во-первых, не классик, а классик. Дети не рады слушать тебя, дегенерата. Ты такой же тупой и убогий, как Дигги Дидрага. Чем закончились в прошлом твои выпады на птаху? Тебя не просто выгнали с батла, тебя послали нахуй. Видимо, Витя накапа из Вити в бит, нифига не капли. Все великаны на фоне битов, а ты в этом плане как карлик. Рэббит был прав, он рассказал про тебя все. И, кстати, да, сам ты сраный козел, ты Петросян, ублюдок, и чутка перепутал. Это батл о твоей шутке, как в Comedy Woman. Скорее небо упадет, как просто на лилипутов. С незримых высот, чем в твоих руках будет кубок. Пока мы здесь, ни за что не путай берега. Вы паритесь, кто проходит дальше, а пока ответы есть, и я точно знаю, это факт. Небо может упасть, а вот Витя классик никак. Пока мы здесь, ни за что не путай берега. Вы паритесь, кто проходит дальше, а пока ответы есть, и я точно знаю, это факт. Небо может упасть, а вот Витя классик никак.
На самом деле я понимаю, что многие мне тут не рады. Я как осколочная граната в эпицентре гей-парада. И мой комеди-клаб в треках смотрится так же нелепо, как победа моего оппонента и бред, что сейчас не лето. Я рэпер так себе, не хватает новизны. Скорее каждый трек как будто бы повод дать мне пизды. И мой посыл доходит редко, он не бегает даже. Он ленивый, заказывает себе такси на второй этаж. Но меня не прет ни алкоголь, ни конопля, это не то. Мне по кайфу потоптать ногами клубный монитор. Моя команда Вутон, и так надо, прости. Мы слаженно влетаем в дом, как детонатор и пластит. Когда я сдохну, душа направится к небесам. Но пока я здесь, тебе мое пространство не отдам. И мне все равно, упадет курс евро или небо. Я до конца на своем, чего желаю и тебе, понял? Пока мы здесь, ни за что не путай берега. Вы паритесь, кто проходит дальше, а пока ответы есть, и я точно знаю, это факт. Небо может упасть, а вот Витя классик никак. Пока мы здесь, ни за что не путай берега. Вы паритесь, кто проходит дальше, а пока ответы есть, и я точно знаю, это факт. Небо может упасть, а вот Витя классик никак. Кто сказал, что Владика нету на карте? Мозги не парь, говнюк, учи географию. Я запишу самый крутейший фит, полюбас. На нем будет крипа-крип, гуфи-гуф и баста-бас. Надо выделяться тут, я уже 2 сезона валю. Открыт для слушателя, как канализационный люк. Мою мечту не поломать, это тебе не велосипед. Даже монашки, послушав, кричат: нихуя себе! Штрих-код Рекордс. Подходит срок на батле, но я сдам трек навряд ли. Ага, блин, я даже текст не написал ни капли. Не до шуток, чтобы встряхнуть себя и раздобыть идей, я решил прыгнуть с парашютом в последний день. Короче, наш самолет набирает высоту. Первый, блядь, пошел, второй. И ты, блядь, прыгай давай, нахуй, уже скорей. Давай, первый, пошел, блядь. Не толкайте, я сам, опа. Я ж нормальный пацан, я люблю высоту. Кто-то бы в штаны стал тут, я же могу спокойно достать и поссать на лету. Но все-таки тревога пришла на место, мне стало страшно. Ну это пиздец, блядь! Я вспомнил детство, свой первый трек, когда я был пиздюк. Я в черном списке у чмырей и сук. И тут на ум приходит крутая рифма и смысл. Если не запишу, забуду, блять, надо записывать. На палеве начинаю искать ручку по карманам. Где-то была, паниковать пока рано. Где она? Возможно, это мой последний шанс. Ведь я не чет, у меня нет в очке карандаша. Пока муза на месте, надо не щелкать лицом. Блять, я забыл дернуть за кольцо. Балконы! Балконы! Нихуя себе! Рома! Рома! Смотри, труп! Это порушитесь, наверное. Давай карман обшарим, у него пока никто не видит. А, блядь! Палец ударил! Где я, нахуй? Это магазин утконос. Утконос? О, дай ручку. Снейк, ты похож на Джонни Боя, а он похож на Губина. Короб, ты добряк, но все-таки дай пизды кому-нибудь. Танир, наконец просрись и не рычи. Классик, хватит филонить, пора делать real shit. Это Вутон. Идите нахуй сами. Влетаем в твой дом. И на правила мы стали. Это Вутон. Идите нахуй сами. Влетаем в твой дом. И на правила мы стали. Многих слушателей сходу тревога атакует. Что за настрой? Неужели он даже тараторить не будет? И пока Танир поет и причитает, спасает свой зад. Ваня Снейк, я буду на правила твоего батла встать. У кого-то даже мысли об этом вызовут тревогу. Но я же здесь говорю отнюдь не потому, что мне похуй. Возможно, это выйдет боком, ведь многих это бесит. Просто говорить как есть, это моя профессия. Перед тем, как писать текст, я почитал заметки ВКонтакте. Ваня Снейк там пишет факты и свои мнения о батле. Он не находит себе места и недоволен судейством. Видите ли, с его оценками есть 5 несоответствий. По его мнению, в Утону и третий раунд потолок. Но кто тебе наврал, что твое мнение это эталон? Ты организатор и напрасно возомнил себя отцом. Тебе в хип-хопе не надо нагибаться, чтобы пройти под стол. Ты царь на сайте, судейство посадил себя сам. Ты теперь твой посыл с батла, я возвращаю адресату. И не надо гнать на судьи, они все мои друганы. После того, как возьму батл, придется руки мыть. Это в Утон. Идите нахуй сами. Влетаем в твой дом. И на правила мы стали. Это Вутон. Идите нахуй сами. Вот так вот. Вот такие дела. Кто-то опять будет говорить: не раскрыл тему, не раскрыл тему.
Ванька по-любому обиделся, я знаю. Танир тоже по-любому расстроится. Ладно, Танир, что, все хорошо будет, не расстраивайся. Все будет хорошо. Танир, ты бы не лаял, видимо, лайнер твой потонул в океане. Как подобает, ведь я не подарок в этих баталиях. Бери медальку за третье место, чтоб не рыдали твои фанаты. Мы не виноваты, слов водопады, тупитовый батл, будто бы дебаты. Тут тебе не рады, тачдаун, когда я доставляю панч на дом. Не плачь, Таня, ведь делать не только кач надо. Я бешу тут многих, и мои шутки убогие. Но в этой шутер-трилогии я откушу тебе ноги. Надо ли лапать парня со Влада? Думаю, вряд ли, это понятно. Мы не виноваты, что мы далеко от вас, но не прячем глаз под аватар. Нас нету на DVD-платах, TV-парадах, тематират. Но еврофатах, это по факту, но мы придем забрать все. Нелегко, хотя мы не первый битый год. Ставим на кон то, что из окон тянет петухов. Поведение не эталон, я не воспитан. Ведь многих козлов я хочу ударить битой в лоб. Это произойдет, я верю в бога, а не суд. Я останусь тут до тех пор, пока не унесут. Буду орать свой рэп, пока не охрипну. Буду хрипеть и потом, это мое имхо. Если рядом Вудон, поднимай руки в воздух. Руки в воздух. Если рядом Вудон, поднимай руки в воздух. Руки в воздух! Прежде чем наносить кому-либо увечья из-за этого кинопустячка, вспомните, даже у Всевышнего есть чувство юмора. Взять хоть утконоса. Постскриптум. Мы искренне извиняемся перед всеми любителями утконосов. Коллектив в USQ уважает благородных утконосов. Мы вовсе не хотели никого принизить. Еще раз спасибо. Короче... Все говорят в треках на финал, что это финал, блять, вульгарный тон, там все свои команды называют. Я не буду называть Штрих-код Рекордс, ничего не будет такого. Не, реально, серьезный трек будет за жизнь. Айяу. Жизнь зебра, так показывает наш опыт. То белая, то черная, смотри, не попади в жопу. Надо быть умнее, будь вере, за ошибки пилят. Лучше скажите, как прожить на прожиточный минимум. С другом решили податься в бизнес. Взяли денег, кредиты, но дело провалилось. Судьба кидает под колеса меня, мол, пускай летит. И 30 штук мне даже не хватит, чтобы раздать долги. Эй, Вася, чё такого нили? Нормально делай, нормально будет. Ну ладно, айоу. Жизнь зебра так показывает опыт, но не си. В моем рукаве тузы, и мы пойдем вдоль белой полосы. Я стал как баста, и вопросы теперь другие. Как заправить эскалейт на прожиточный минимум. История, с другом хотели в бизнес. Ну, этот сюжет снимем, скоро покажут по телевизору. Действия возле Кремля, чтоб от дома недалеко идти. И 30 штук мне даже не хватит на фон в мой новый клип. Прет адреналин, и дело вовсе не в Редбуле. Если ты меня видишь насквозь, значит я попал под пули. Это мой путь, и даже если подо мной земля горит, я буду рубить на все 100, каждое слово на бит. Смотри. Смотри, смотри, смотри. Мы доставляем тебе на дом адреналин. Это ву, потом тон. Мы за дело взялись, как настрой наши люди. Смотри, 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 смотри. Мы доставляем тебе на дом адреналин. Это ву, потом тон. Мы за дело взялись, как настрой наши люди. На благо нации я рад стараться не один. Братцы, представляю вам корпорацию. Адреналин, не стоит даже пытаться нас на карте найти. Ведь мы найдем тебя сами в раз, как ни крути. Пока ты спал на пляже, у тебя украли шорты и побрили. Не удивляйся, ты стал клиентом шока терапии. Это мы поджигаем леса летом по всей России. Рецепт простой, как Юпи, но мы добавили керосина. Это мы доставляем на газелях проституток. Это мы. Твои соседи, мы вечно орем, как суки. Это мы посадили ночь за на 10 суток. Это тоже вы. Не может быть. Нам не грустно, мы делаем свое дело по-русски. Адреналин бьет, как по глазам, так и по пузу. На ваших тусах сливаемся с фоном, как медузы. И наши камеры повсюду, даже у тебя под блузкой. Это мы ввели закон, что за рулем нельзя пить. Теперь мы не только сым в кефир, но еще и добавляем спирт. Я сам уже боюсь говорить, что ждет тебя впереди. По сторонам посмотри, в тебя что-то летит. Смотри, 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 смотри. Мы доставляем тебе на дом адреналин. Это ву, потом тон. Мы за дело взялись, как настрой наши люди. Все заебись. Смотри, 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 смотри. Мы доставляем тебе на дом адреналин. Это ву, потом.